Привет! Сегодня делаем разбор песни из репертуара Владимира Высоцкого. Песня называется «Если друг оказался вдруг» или же «Песня о друге». Разбор делаем в родной тональности, ля минор. Значит, разбор делал из той записи, которая была, наверное, самая первая, еще на пластинке, я помню, она была на виниловой. То есть играет там оркестр, я попытался сыграть максимум всего, что только у меня получилось, то есть и партию каких-то скрипок, там бас-гитары и так далее. То есть, ну и так давайте разберем то, что у меня получилось. Песню я сыграю всю, от начала до конца. Будет первый, второй куплет, проигрыш, третий куплет и кода, конечно. Итак, приступим. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут и тут. Про таких не поют. Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положись. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положить на него. Начинаем. Наверное, из боя давайте, на примере аккорда ля минор. Вот такой примерно бой у нас получается. Дальше я буду все подробно рассказывать. Итак, на ля миноре играем от пятой струны. И затем указательным пальцем я играю по нижним струнам, по тем, которая не басовая, то есть где-то 4 струны. Вот так. Вот, значит, по вступлению понятно, вот начинаем от баса сыграли, потом сделали удар по нижним струнам и дальше играем. Значит, я сыграл аккордом, первая на 12, вторая на 10, третья на 9, пятая басовая, 5, 3, 2, 1, быстро одну за одной, затем первая играет 8 и открытая. Вот, если вам так сложно будет быстро поставить аккорд, можете сыграть только первую и пятую. И дальше идем на ля минор 6. К ля минору нашему добавляем первую струну на втором ладу. Играем опять от пятой струны.
И потом раз, два, играем по нижним струнам. И выходим на куплет на ля минор. Давайте сначала вступление. Вот, пришли мы на куплет первый. Значит, играем также, начинаем ля минор от пятой струны. Затем играем, вот сыграли с басом. И потом три удара, то есть два удара. И один, и выход на ми мажор. Играем от шестой вниз. Дальше. Средний палец убираем из пятой струны, ставим на первую струну, на первый лад. Играем по нижним трем струнам. Можно четвертую. Пятую желательно не играть, она не в аккорде. И затем сразу ставим палец обратно в аккорд. И играем вниз. Вот, вниз играем от шестой. И снова по нижним струнам. Сначала. Вот, дальше. Играем два раза и на ля минор. Значит, на ля минор мы пришли. Сыграли от баса, потом удар. И дальше идем на ля минор в таком положении. Маленький баре на три струны на пятом ладу. Первая на восьмом. Играем 5, 3, 2, 1. Быстро одну за одной. Затем открываем, мизинец убираем, играем первую на пятом. Первая открытая, в этот момент мы идем на ля мажор септаккорд, вторая, четвертая на втором ладу. От пятой струны будем играть. Еще раз ля минора. Вот так. На ля мажор септаккорд играем тоже два раза. Затем на ре минор. Здесь три раза играем от четвертой. И на ми мажор от шестой. Здесь будем играть. Сыграли от баса, потом удар. Затем удар делаем по всем струнам. Затем ставим септаккорд, вторую прижимаем на третьем. Ударяем также, убираем мизинец, снова ударяем и потом щипаем 6, 4, 3. Еще раз. Вот у нас сольная нотка такая идет. Вот, есть. Давайте куплет сначала попробуем. И вышли мы на припев. Припев мы начинаем с аккорда ре минор. Играем бас, будем чередовать четвертую с пятой. И в конце можем после пятой вниз, вверх, вниз. Затем на ля минор идем, играем от пятой, а здесь мы играем похожее положение, что мы играли, только первую будем прижимать на седьмом, принцип тот же, и идем на ля минор 6, еще раз. Вот, затем на ми мажор септаккорд. Здесь бас играем 6-5, 6-5. И на ля минор. Играем так.
также от баса, потом удар. И потом играем шестой бас. И играем в этом положении ля минор, первая на седьмом. Раз, два, три. Или же вниз, или вверх. И на ля минор потом акцент в этом положении. Еще раз. Вот, и выходим на проигрыш, где свистом играется, или поется, или свистится, вернее. Здесь мы будем играть аккорд ре, септаккорд, минор. Первая, вторая на первом, третья на втором. От четвертой. Затем убираем палец из второй струны, открываем вторую, прижата только первая и третья. Здесь играем от пятой. Еще раз. Два раза так делаем. Дальше на ля минор. Вот. Играем так же, как мы уже играли. Вот, пришли на ля минор 6. Дальше открываем первую. Играем. Можем вместе с второй. Потом прижимаем первую, вторую. Играем. И ставим снова 6, то есть первую на втором. Еще раз. Вот, когда первую поставили на второй лад, играем вместе шестой. И потом играем вниз. Еще раз. Вот, два удара потом. И на ми мажор септаккорд. 6-5, 6-5. И на ля минор. Играем так. Снова от баса и удар. И затем идем на ля минор с мизинцем на седьмом ладу. Потом удар. То есть щипнули мы шестую и с первыми. Потом три удара вниз по нижним трем струнам. Потом пятая с первыми. Потом убираем палец из первой, играем вниз по ля минору. И на ля минор сюда. Три удара. Вот здесь шестую играем на ля минор. Вот, и вышли мы на второй куплет. Второй куплет мы играем все так же, припев играем так же, и выходим на проигрыш. Перед проигрышем мы играем на ля. Вот такое место у нас будет, это с ми мажором, с септаккорда идем. То есть на ля сыграли от пятой, удар. Потом шестая и первая на седьмом. Здесь мы всегда играем вот в этих положениях три струны нижних. Четвертую старайтесь не играть. В крайнем случае упритесь пальцем в нее указательным. Итак, сыграли. Затем играем вниз по ля минору на пятом ладу. И акцент на ля миноре. И выше на проигрыш. Итак, что мы играем в проигрыше? Первая струна 5-7. Из 7 на 8 слайд играем. Дальше 7-5. И идем на ре минор. Играем 4-ю, 1-ю и 2-ю одновременно щипаем. Затем 2-я с 3-ей. Потом снова 1-я с 2-й и с 5-й уже. Вот сыграли мы это все.
Здесь мы слайдом я сыграл из третьего у нас в аккорде прижато, вот из второго лада на седьмой выехали, потом вторая на шестом и мизинцем первая на восьмом. Еще раз. Когда первую играем, играем вместе с четвертой открытой. Вот. Дальше. Играем те же ноты. Вот здесь пятую надо сыграть, когда вышли на восьмой лад. И тут уже на ля минор щипаем 5, 2 и 1. Еще раз. Вот, играем 5, 1 и 2, потом 2, 3 одновременно, и потом 6, 2 и 1. Дальше, 2 в аккорде, 4 в аккорде, и 4 слайдом выезжаем на 4 лад. Еще раз. Вот тут 4 мы уже сыграли. Вместе с пятой. То есть мы выехали, а потом сыграли. Вот так. Дальше. Играет первая открытая, первый лад. Из первого на третий слайдом играем. В этот момент играем вместе с шестой. Потом первый лад и открытая. Дальше ставим ми-мажор септаккорд, играем 6, 2, 3, затем убираем мизинец, играем вторую с третьей в ми-мажоре. Вот, потом обратно ставим палец, щипаем вторую, третью и пятую. Затем три раза играем третью и четвертую, за третьим разом и с шестой. Еще раз. Дальше. Первая играет 3-1 открытая. Когда открытую первую играем, вместе с шестой открытой. Затем по ми-мажору, третья на первом, два раза. И на ля-минор, пятую и третью одновременно. Еще раз. Вот, пришли на ля-минор, играем 3, ну 3 с 5 я сказал уже, играем 3, 2, 1. Затем играем ля минор наш с первой струной на 7 ладу и с 6 открытой. Затем 1 на 5. Дальше ставим ля минор в этом положении, 5 с 1. 2. 2 открывается вместе с 6 и 3. Еще раз. Вот так. Вот здесь даже аккорд мы можем не ставить. Можем просто первую сыграть. И выходим на третий куплет. Давайте попытаемся медленно сначала весь проигрыш сыграть. Вот. И идем на ля минор, играем дальше третий куплет. Итак, в третий куплет мы сыграли куплет, потом идет два раза припев. Вот, и в конце припева мы выходим на ля минор. Это на коду мы уже пришли. Играем также от пятой, потом вниз.
Дальше играем ля минор с седьмым ладом первую. Щипаем 5, 3, 2, 1. Затем убираем палец, щипаем первую с второй. Дальше. Шестая открытая, вторая на пятом. И четвертая на четвертом. Дальше маленькая пауза и играем такие нотки. Ставим такой аккорд. Первая на седьмом, вторая, третья на пятом, четвертая на четвертом. Шестая, пятая открытая. Играем 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вот так размеренно играем. Затем 5. Вторую прижимаем на седьмом. Потом третья на пятом прижата. Убираем мизинец и вторая на пятом. Давайте еще раз ля минора. И на этом аккорде закончилась песня. Ну вот, пожалуй, все, что у нас получилось. Уверен, у вас все должно получиться, не очень все просто. Если какие-то моменты кажутся вам сложными, упрощайте. Не играйте вот этих всех дел, а можете просто играть боем. Без всяких нот, если так вам будет проще. Ну вот и все. Желаю вам творческих успехов. Спасибо. Пока.